Это Индия, штат Керала. В колодец на территории каучуковой плантации провалился слоненок. Вытащить его оттуда пытаются сотрудники местной службы лесного хозяйства вместе с деревенскими жителями. Как полагают лесники, малыш вместе с остальным стадом искал здесь пищу и не заметил ямы. К счастью, воды в ней оказалось совсем немного, и он остался жив. Слоненок стал звать на помощь, и это услышали местные жители. Чтобы разрыть колодец, пригнали спецтехнику. В конце концов, животное удалось освободить. Как сообщили ветеринары, в ходе этих приключений слоненок получил травмы. В Индии обитает более половины мировой популяции азиатских слонов. Из-за браконьерства и вырубки лесов эти животные все чаще идут в деревни в поисках пищи и воды, что иногда приводит к трагедиям.